Дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters. Introduce the first fighter in the blue corner from Махачкала. He is 24 years old, 167 centimeters tall in weighing 61.70 kilograms. His professional record: 10 bouts, 9 wins and 1 loss. В синем углу боец из города Махачкала, ему 24 года, рост 167 сантиметров, вес 61 килограмм 700 граммов. Представляет бойцовский клуб Universal Fighters. Профессиональный рекорд 10 боев, 9 побед и 1 поражение. Магомед Гаджи Сиражудина! His opponent in the red corner from Ekaterinburg. He is 29 years old, 172 centimeters tall and weighing in 61.70 kilograms. His professional record: 8 bouts, 6 wins and 2 defeats. В красном углу боец из города Екатеринбург, ему 29 лет. Рост 172 сантиметра, вес 61 килограмм 700 граммов. Представляет бойцовский клуб «Ратиборец». Профессиональный рекорд 8 боев, 6 побед, 2 поражения. Максим Усаян! Рефери Вячеслав Киселев. Understand? А возраст, рост и вес бойцов на ваших экранах фактически уложились. Готов? Готов? В рамки веса, но там, видимо, был допуск небольшой. Ну что ж, я подозреваю, что будет очень много партера. Хотя, конечно же, традиционные ребята начинают стойки. Ну, исходя из их досрочных побед. Мощный лоу-кик пробивает, да, Сиражудинов. Ух ты, там боковой слева, да какой был опасный. Пошел трехударной комбинации здесь Максим. Так, ну пока все в стойке, пока интересно. Пока оба заряжены, хороший удар по туловище пробивает. Размен. Слушайте, ну хотя два борца, они могут и зарубиться, потому что прекрасно знают. Без сомнения, да, я думаю, сейчас будет. Парты. Пока очень остро в стойке. Хорошо, справа попадает. Хорошо, слева попадает Усаян. Главное не увлекаться здесь Максиму атаками. И снова слева по корпусу достает Магомед Гаджи Сиражудинов. Левый джеб, хороший от Максима, еще один туда же. И джеб от Магомед Гаджи достигает цели, лоу-кик. А я тебе скажу, коллега, очень здорово, пока оба работают у нас да, в стойке. И вот этот как раз, да. И вот оно. Первый перевод в партер. Тейкдаун удается Сиражудинову. Да, никогда такого не было, и вот оно опять. Но Максим Усаян опытный партеровик, тем более учитывая, что проходил он, как ты сказал, сборы в Дагестане. Прекрасно он знаком с дагестанским стилем борьбы. Но при этом мы видим, что Магомед Гаджи очень комфортно себя чувствует здесь в позиции сверху. Пробивает удар с дальней руки. О, хороший объект. Но тут же пытается накрыть Магомед Гаджи Максима Усаяна. Вытащит голову, вытаскивает хорошо, голову и колено в догонку. Старался коленом ударить Усаян, но коллега, не попал. Я тебе скажу, офигенный первый раунд, пока не побоюсь этого выражения. Но очень, у нас очень всего все бодро. Чуть-чуть меньше 2 минут прошло. О, снова по корпусу. И через этот удар, несмотря на то, что пропустил, Сиражудинов пытается снова перевести Усаяна в партер. Ему это удается. А Максим разворачивается, тут же пробивает правой ногой апкик. Пока в очень хорошем темпе проходит поединок, очень зрелищный. Хорошо, локоть сверху постарался здесь нанести снизу. Усаян. Слэм от Сиражудинова. Максим вяжет, но так вот такими Магомед Гаджи начал подтаскивать своего соперника сюда, к сетке. Ух ты! Ух ты! Ну, нет, здесь рычаг локти, наверное, не получится, но, по крайней мере, вот за счет этого пытается оттянуть Усаян соперника и достаточно активно защищается снизу, как мы видим. Попытка встать, накрывает его. Вроде бы Сиражудинов, тем не менее, удается, Усаян на ногах. Но плотно там забирает шею, мне показалось, Сиражудинов. А с этого колено опасно. Но разорвал клинч. О, как тяжело через руку пробивает Сиражудинова. Живое попадание. Это может быть. Опасно, опасно. Все. Уважаемые дамы и господа, рефери остановил бой на 2 минуте 54 секунды первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал. Referee stopped the contest 2 minutes
54 seconds, round one. Winner by TKO, Магомед Гаджи Сиражутдинов!